Ну а тем временем в Хасавюртовском районе на 25-м километре автомобильной дороги Хасавюрт, Адилотар, Суливкент открыли новый мост. Сооружение через реку Акташ сократит дорогу для тысячи жителей района, в том числе проживающих в прикутанных хозяйствах. Так, раньше, чтобы добраться из села Адилотар в Суливкент, необходимо было проехать 50 километров, на что уходило около часа. Сейчас этот путь можно преодолеть за 10-15 минут, отмечают в администрации муниципалитета. Первый зампред правительства Республики Гаджи Магомед Гусейнова отметил, что это уже 20-й мост, который открыт в республике в этом году. В следующем на улучшение дорог регион планирует потратить 1,5 миллиарда рублей.